Госзакупки Югры выходят на новый уровень. Об этом говорили сегодня в Ханты-Мансийске на обучающем семинаре для заказчиков и поставщиков. Московские эксперты рассказали о том, как эффективно использовать специально разработанный интернет-ресурс. На портале поставщиков ежегодно регистрируются сотни предпринимателей со всей страны. На сегодняшний день на сайте размещено более 3 миллионов предложений различных товаров, работ и услуг. Плюс в том, что теперь югорские заказчики смогут заключать договоры по оптимальной цене. При этом все данные о закупках открыты, что помогает отследить затраты бюджетных средств. Отмечу, Югра стала одним из первых регионов, кто подписал соглашение о внедрении портала поставщиков. Суть этого проекта в том, что мы организовали государственный электронный магазин для удовлетворения потребностей заказчиков. Это с одной стороны и с другой стороны, да, то есть мы делаем это гласно, открыто, прозрачно для поставщиков. Мы дадим возможность предпринимателям Югры выйти на московский рынок, ну, а также на рынок тех 23 субъектов, которые уже подключены к этому магазину.